Всем здравствуйте! Продолжаем рассматривать программу Danfoss ISO 4.1 Basic. Ну и сейчас наша задача отрисовать те схемы, которые у нас существуют. Так, ну первую схему мы отрисуем периметральную. Ну и как видим, здесь все очень просто рисуется. То есть объединяем 4 прибора сверху, объединяем 4 прибора снизу. И то же самое на втором этаже. Ну и подводим к гребенке. Так, пока вот эту схему. Так, ну первым делом, что мы делаем, то есть нам нужно уменьшить. Количество подключаемых элементов. То есть вместо трех два на первом этаже и на втором этаже. Так, ну и все это мы благополучно сделали. Так, возвращаемся на первый этаж. Так, ну и начинаем отрисовывать. Давайте пойдем с этого. Да, кстати, если вас не устраивает положение терморегуляторов там справа либо слева, то есть можно переместить в любую сторону. То есть как вам будет удобно и необходимо поставить. Так, ну оставим пока такое расположение. То есть потом уже, когда будете проектировать свою систему, поставите так, как необходимо. Так, ну и начинаем. Ну, программа вам сама помогает это сделать. Отрисовать схему. Так, вот мы подключили крайний прибор, и сейчас нам нужно подключить все приборы к этой ветке. Подключается. Так, что не подключается, можно в ручном режиме выполнить.
Так, вот мы подключили 4 снизу. Ну и давайте то же самое проделаем с верхними приборами. Так, ну чтобы здесь не тянуть через этот узел, мы отодвинем. Так, вот все мы сделали. Ну и опять подключаем. Промежуточные отопительные приборы к основной ветке. Так, вот мы проделали на первом этаже. Ну и то же самое проделаем на втором этаже. Я уже, скорее всего, быстрее промотаю, но увеличенную скорость поставлю, чтобы уменьшить время съемки.
Так, мы отрисовали систему отопления на первом и на втором этаже. Кстати, развернутая схема здесь немножко отличается от развернутой схемы 3.8. Если мы там рисовали ее здесь, на плоскости, то здесь рисуется на планах. Ну и еще здесь есть одна кнопка. То есть это вот можно посмотреть аксонометрическую схему вашей системы на всех этажах, на первом этаже, как выглядит на втором этаже. Ну, на чердаке нету. Можно все этажи. Вот у нас отрисованная схема. Как бы для проверки, если что, везде мы все подключили. Чтобы проверить. Так, спасибо за внимание. До следующего видео разбора системы отопления расчета в программе Danfoss SO 4.1. До свидания.